Ассаламу алейкум, уважаемые дагестанцы, дорогие братья и сестры. В этом году для нас всех месяц Рамадан проходит непривычно. Нет совместных ифтаров, нет коллективных таравих намазов, нет той атмосферы и радости, которую мы ощущаем в предыдущие годы. Да, признаюсь, я тоже, как и большинство моих земляков, особо не придавал значения коронавирусу. Мы реально ее недооценили, и опасность и угрозу этой болезни мы начали ощущать только тогда, когда она постучалась к нам в дверь. Я сам перенес это. Перенесли мои родные, близкие. Очень много моих знакомых уже нет с нами, да помилует их Всевышний. Обычно на праздники я езжу в горы навестить дедушку, всех родственников, посещаю кладбище. В этом году я вынужден прервать эту традицию. Буду отмечать дома, в кругу семьи. И я хочу вас всех тоже призвать к этому, чтобы вы тоже отмечали дома. Нам лучше не отправлять наших детей по домам, собирать подарки. Они это не почувствуют, но могут домой принести эту заразу. Поэтому нам надо беречь не только себя, но и тех людей, которые вокруг нас, особенно наших старших. И люди с хроническими заболеваниями переносят это очень тяжело. Прошу вас придерживаться тех правил, которые нам рекомендуют наши врачи. Да, понимаю, сидеть дома третий месяц – это не легкая задача. Но нам надо проявить немножко терпения для того, чтобы как можно быстрее мы вернулись к нормальной жизни. И это наш единственный выход. Как говорится, за каждой тягостью наступает облегчение. Дай Аллах, чтобы мы и наши будущие поколения больше никогда не испытали то, что мы испытываем в эти дни. Аминь. И пользуясь случаем, хочу поздравить всех мусульман с наступающим праздником Ураза Байрам. Пусть Всевышний примет все наши посты, молитвы, все благие деяния. Ассаламу алейкум.